сорт перца Барбадос Пеппер. Это одна из разновидностей перца хабанера. Хабанера из Барбадоса. Вот такие вот красавцы. Сейчас вам покажу. Неудобно тут. Такие вот перчики. Такие вот морщинистые. Красного цвета. До красного цвета. Вот зеленого. Но вот такого вот красного. Интересный сорт тоже. Довольно урожайный. Кустики могут быть высотой от 80 сантиметров и до метра. Срок созревания этого сорта 80-100 дней. Острота от 1000, от 100 тысяч сковелей до 300 тысяч. Такой интересный. Если выращивать его в домашних условиях, кустик будет где-то в пределах 50 сантиметров. Можно выращивать как в открытом грунте, в теплицах, также и на подоконнике. Это растение многолетнее. Вкус плодов, как у хабанера, с дымчатым оттенком. Очень хороший сорт. Вот такой вот, сейчас я сорву, покажу плоды. Угу. Растает так, что не отдерешь. Вот такой вот плод. Этот перец следует высевать где-то в 15-х числах февраля на рассаду, так как срок не сильно большой у него. Ну, все равно, чем раньше посадите, тем раньше соберете урожай. Очень хороший сорт. Советую выращивать у себя дома, на подоконнике, так может и в открытом грунте. Агротехника выращивания этого сорта такая же, как и обычного горького перца нашего, это бараний рог. Либо можно выращиваться так же точно, как и сладкий перец.